вами будем сегодня разбирать биосинтез белка, но перед тем, как непосредственно перейти к этапу биосинтеза белка, мы должны с вами вспомнить, что существует в организме два вида процессов обмена, то есть это пластический обмен и энергетический обмен. Разница между биосинтезом белка, то есть между пластическим обменом и энергетическим обменом, заключается в том, что при энергетическом обмене сложные органические соединения, они распадаются до более простых соединений, и это сопровождается выходом энергии. Да? А пластический обмен характеризуется тем, что он сопровождается наоборот соединением, то есть образованием из простых, более простых органических соединений, сложных, и это протекает с затратой энергии. И перед тем, как еще перейти к этапам биосинтеза белка, мы должны знать, какие структуры участвуют в биосинтезе белка. Это у нас в основном рибонуклеиновые кислоты и также дезоксирибонуклеиновая кислота. Виды рибонуклеиновых кислот, как вы знаете, существует три вида рибонуклеиновых кислот. Это информационная РНК, по-другому называется матричная РНК, РРНК, то есть рибосомальная РНК. И третий вид – это транспортная РНК, и функция каждого из них заключается в различных, скажем, проявлениях. Информационная РНК, она отвечает за перенос информации о первичной структуре белков от ДНК к местам синтеза белков. То есть в дезоксирибонуклеиновой кислоте, то есть ДНК, содержится ген о синтезе непосредственно определенного белка. И оттуда считывается информационная РНК посредством нее. Информационная РНК составляет 3-5% от всей РНК в клетке. Так, второй вид – это транспортная РНК. Транспортная РНК, она характеризуется тем, что функцией ее является транспортировка аминокислот к месту синтеза белка и участие в вариации, то есть наращивание полипептидной цепи. Составляет она примерно 15% от всей клеточной РНК. Рибосомальная РНК у нас где находится? Рибосомальная РНК, она основной функцией является осуществление процессов трансляции. Трансляция у нас протекает в цитоплазме. То есть считывание информации с матричной РНК аминокислотами, то есть это перенос с языка нуклеотидов на язык аминокислот, проще говоря так. И рибосомальная РНК приблизительно составляет 70-80% от всей РНК клетки. Теперь мы должны знать, что такое участок ген. Да? Ген – это участок молекулы ДНК, в котором записана информация об одной полипептидной цепи и, следовательно, молекулы информационной РНК. Так, есть такое понятие интроны и экзоны. Вы это должны знать. Интроны – это часть в гене, которые не несут генетическую информацию. И интроны в процессе биосинтеза белка, они что делают? Они просто сбрасывают, они не считаются оттуда, информация не считывается для синтеза белка. А вот экзоны несут генетическую информацию. Прокариоты характеризуются тем, что их гены не содержат ни экзонов и ни интронов, а эукариоты в их генах содержатся интроны, то есть не несущие генетическую информацию, и экзоны, которые несут генетическую информацию. Пойдем дальше. Вот. Сейчас, секундочку, 2 минуты. Давайте мы с вами именно затронем, что такое интрон, да? Вот смотрите, если считать, что вот этот РНК, транскрипт, да, вот эта часть
именно то, что считывает информацию с одной цепи ДНК, то оно состоит из экзона, интрона и экзона. Да? А вот интрон – это участок ДНК, который является частью гена, но не содержит информацию о последовательности аминокислот. И во время синтеза белка вот этот участок, интрон, да, он просто что делает? Он удаляется из состава транскрипта, то есть при сплайсинге. А вот эти экзоны, экзон 1 и экзон 2, они несут генетическую информацию, и поэтому просто удаляется часть интрон, которая называется при синтезе белка, вырезается, скажем. Вот эти экзоны, они несут генетическую информацию, и просто дальше идет синтез белка. А вот что такое сплайсинг, да? Сплайсинг, он в переводе с английского означает соединять, сращивать. Это процесс, при котором два экзона при удалении между ними интронов, они соединяются. То есть удаление из молекулы рибонуклеиновой кислоты интронов и, получается, соединяются оставшиеся участки, несущие генетическую информацию. Точнее, в сплайсинге происходит, одним словом говоря, удаление интронов, тех мест, где они несут генетическую информацию, и соединение экзонов. Несколько различных экзонов, они могут объединяться в одну молекулу при удалении участков интронов между ними. Вещества и структуры, которые участвуют у нас в биосинтезе белка. В биосинтезе белка участвует ДНК, то есть дезоксорибонуклеиновые кислоты, все виды рибонуклеиновых кислот, да, информационная, транспортная, рибосомальная. Также участвуют энергии АТФ в пластическом обмене, то есть в биосинтезе белка у нас энергия затрачивается, в отличие от энергетического обмена, при котором энергия выделяется. Затем также нужны будут и ферменты, и аминокислоты в конце образуются, а также рибосомы. Давайте теперь перейдем к синтезу белка. Что такое синтез белка? Это сложный многоступенчатый процесс образования белковой молекулы из мономеров. Вот, мономерами белков являются аминокислоты. Аминокислоты. И этот процесс, то есть биосинтез белка, он состоит из множества, скажем так, этапов, то есть несколько этапов последовательные. Этапы синтеза белка у нас делятся на два, скажем, самых основных. Это транскрипция, которая протекает в ядре. И второй этап – трансляция, который включает в себя этапы инициации, элонгации, а также терминации. Инициация – это начало, элонгация – это продолжение, и терминация – стоп, то есть завершается процесс синтеза белка. И посттрансляционная модификация говорит о том, что уже меняются структуры белка, то есть первичные, вторичные, третичные, четвертичные. Да? Какие нам нужны, как мы говорим, условия? Да? Для этого нам нужны нуклеиновые кислоты, должны быть ферменты, которые будут разрезать и удалять интроны также, и соединять между собой экзоны, энергия АТФ потребуется нам для этого процесса, рибосомы, аминокислоты и ионы магния. Так, вначале мы с вами поговорим о генетическом коде. Генетический код, он считается универсальным для всех живых организмов, от одноклеточных до многоклеточных. И генетический код включает в себя 64 триплета, но из них 3 считаются стоп-кодонами, то есть генетическими кодами, которые приводят к завершению этапа синтеза белка. И сам генетический код – это система записи генетической информации в молекуле нуклеиновой кислоты, строение молекулы полипептида, количестве, последовательности расположения, а также типах аминокислот. Генетическая информация записана только в одной, то есть кодогенной информативной цепи ДНК,
А вторая цепь не несет генетическая информация. Именно с той, которая несет генетическую информацию, будет синтезироваться белок определенный. Вот что такое ген, да? Ген – это участок молекулы ДНК, который несет в себе информацию о строении, да, или же о первичной структуре одного белка. И вот если быть подробнее, то генетический код – это последовательность трех нуклеотидов, входящих в состав ДНК и кодирующих аминокислоту. Получается триплет. Каждый триплет, запомните, будет кодировать одну аминокислоту. Например, цитозин, аденин, урацил. Это одна аминокислота, это один триплет. Это то же самое, один триплет. Вот смотрите, вот вам генетический код, который я говорил о том, что есть 64 триплета, но из них считаются незавершающим, продолжающими синтез белка 61. А вот три из них считаются кодами, стоп-кодонами. Стоп-кодоны — это у нас какие? Вот начнем с этого, да, инициация, то есть процесс синтеза белка начинается именно со старт-кодона. Старт-кодон — это у нас метионин, получается аденин, урацил, гуанин, да. А стоп-кодонов у нас три, это у нас урацил, гуанин, аденин, урацил, гуанин, гуанин. А вот эти у нас и еще урацил, аденин, аденин также считаются стоп-кодонами, которые приостанавливают синтез белка. А вот остальные, все они участвуют в синтезе белка, их 64. Вот смотрите, вот 4 ячейки. По 4 в каждом, 4 умноженное 4 в, 3, в кубе, получается у нас 64. И еще есть одна особенность генетического кода. Вот давайте разберем особенности. Первое, генетический код, он универсален для всех живых организмов, то есть одинаковый, да? Второе, 61 триплет, участвуют в синтезе белка, три из них считаются стоп-кодонами. И одну аминокислоту будет кодировать один триплет, но количество триплетов, которые кодируют одну аминокислоту, может быть несколько. Например, смотрите, у нас трианин, да, вот трианин, он может синтезироваться такими как триплетами, как аденин, цитозин, гуанин. Аденин, цитозин, аденин, аденин, цитозин, урацил. Видите, разновидностей несколько, и каждый из них будет синтезировать аминокислоту трианин. Понятно? Триплетность. Каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов, три состоящих подряд нуклеотида, то есть это одна аминокислота. Второе свойство – это специфичность. Один триплет кодирует только одну аминокислоту. Третье – избыточность. Да? Каждая аминокислота может определяться более чем одним триплетом. Неперекрываемость, то есть любой нуклеотид может входить в состав одного триплета. И универсальность, получается, у животных и у растений, также грибов, бактерий, да? Один и тот же триплет будет кодировать одну и ту же аминокислоту. То есть универсальность генетического кода характерна для всех живых существ на Земле. И полярность. Из 64 кодовых триплетов 61 кодон кодирует аминокислоты, а 3 нуклеотида они считаются стоп-кодонами, то есть приводят к завершению синтеза белка. Это у нас урацил, аденин, аденин, урацил, гуанин, аденин и урацил, аденин, гуанин. Их три. Запомните. Урацил, аденин, аденин. Урацил, гуанин, аденин и урацил, аденин, гуанин. Так, пойдем дальше теперь. Немножко затронем историю, да? Георгий Антонович Гамов в 1054 году он опубликовал статью, где первым поднял вопрос генетического кода. И он доказывал, что при сочетании четырех нуклеотидов тройками,
Четырех нуклеотидов это означает четыре разновидности, да? В информационной РНК это будет аденин, урацил, цитозин и гуанин. Четыре разновидности. А в комбинации будут получаться 64, да, различных, что вполне достаточно для записи наследства информации. И удостоены были Нобелевской премии Маршал Уоррен Нюрнберг, Харгобинд Каран, тоже в США, Роберт Уильям Холли. Они были удостоены Нобелевской премии за расшифровку генетического кода и его функцию в синтезе белков. Теперь перейдем к этапам биосинтеза белка. Первый этап синтеза белка – это транскрипция, которая протекает именно в ядре. Транскрипция – это этап, когда происходит переписывание информации с последовательности нуклеотидов ДНК в последовательность нуклеотида РНК. Вот смотрите, вот у нас ДНК, да? Вот у нас с вами ДНК, цепь ДНК двухцепочечная. В одной из цепей ДНК имеется последовательность о структуре, именно, скажем, имеется информация о гене, который будет нести информацию о структуре белка. И вот именно с той цепи, где у нас имеется информация о структуре белка, она будет считаться матрицей для синтеза. И вот под воздействием ферментов они что делают? Вот эта связь, которая имеется вот эта связь между двумя нуклеотидами, скажем, которые водородными связями, да, у нас связаны две различные цепи. А под воздействием ферментов что происходит? Под воздействием ферментов оно отделяется друг от друга, то есть происходит разделение ее. И одна из цепочек становится матрицей для построения информационной РНК. И вот под воздействием ферментов, кроме того, что происходит разделение, именно разрыв водородных связей, то молекула ДНК двухцепочечная начинает раскручиваться. Раскручиваться начинает дальше. Вот смотрите, репликация ДНК, или же, скажем, увеличение количества ДНК, удвоение, да, молекул ядра в ядре. То есть вот у нас ДНК, которая состоит из двух цепочек, первая цепь, и уже будет вторая цепь, комплементарная, по закону комплементарности. Вот у нас уже построена первая и вторая цепь графически. И связи между азотистыми основаниями нуклеотидов образуются по принципу комплементарности. То есть аденину всегда будет соответствовать тимин, а гуанину будет всегда соответствовать цитозин. И в обратном порядке. Цитозину гуанина, тимину аденин. И что происходит у нас? Получается, вот ДНК в ядре, да? А если взять, что вторая цепь считается матрицей, из матричной ДНК у нас синтезируется информационная РНК. Опять-таки, здесь последовательность нуклеотидов будет построена по принципу комплементарности. Да? То есть тимину, если в ДНК у нас тимин, то в информационной РНК по принципу комплементарности будет аденин. А если аденин, то будет урацил, потому что в рибонуклеиновой кислоте отсутствует у нас тиминовые основания. Да. И таким образом, путем комплементарности, принципа комплементарности, у нас образуется информационная РНК. Есть у кого-то вопросы до этого момента? Нет, нет пока. Пока нет, да? Все, пойдем тогда дальше. И вот как только у нас синтезируется информационная РНК, это все, вот эта транскрипция происходила у нас где? У нас происходила в ядре. И транскрипция означает синтез молекулы и РНК с участка
молекулы ДНК. Как только у нас синтезируется информационная РНК, она начинает после завершения транспортировки информационной РНК в цитоплазму на эндоплазматической сети. Вот, смотрите. Образование матричной или же информационной РНК. И порядок чередования групп, скажем, аденина, урацила, гуанина, цитозина, получаемая РНК, полностью будет зависеть от строения исходной ДНК. Какая последовательность нуклеотидов ДНК, точно такая же будет последовательность, только будет комплементарной в матричной РНК. Наглядным образом можете увидеть считывание информации вот, из одной цепи. У нас считывается после того, как произойдет считывание информации, то уже опять-таки происходит удвоение молекулы, а именно ДНК. И вот смотрите, после того, как происходит сборка информационной РНК, водородные связи, которые были образованы между азотистыми основаниями, да, временные водородные связи между ДНК и РНК, они начинают обрываться. И вот информационная РНК через поры, вот в ядре, вот этот, видите, да, ядро, и ядро имеет поры. И вот через эти поры информационная РНК, она уходит куда? Она выходит в цитоплазму. И прикрепляется к рибосомам. Вот рибосомы. Рибосомы у нас имеют какое строение? Рибосомы у нас имеют две субъединицы, большие и малые. Вот это внизу большая субъединица рибосома, а сверху малая субъединица рибосомы. И вот информационная РНК, то есть матричная РНК, она начинает прикрепляться к поверхности малой субъединицы. Вот она прикрепляется в присутствии ионов магния. Нам нужны ионы магния. И причем два ее триплета нуклеотидов оказываются обращенными к большой субъединице рибосома. Вот она у нас, матричная РНК. Затем, после того, как завершается процесс транскрипции, у нас начинается второй этап, который называется трансляцией, и он будет протекать непосредственно в цитоплазме клеток. Трансляция означает реализация генов. Да? Дальше. Что же происходит в процессе трансляции? Информационная РНК у нас уже будет находиться в цитоплазме. Вот, скажем, ее последовательность примерно вот такая, да? Аденин, урацил, аденин, гуанин, цитозин, аденин, урацил, урацил, гуанин, гуанин, цитозин, урацил, урацил, аденин, урацил. Это приблизительно, да? Она считается матрицей, и они начинают что делать уже с информационной РНК? Они объединяются, образуют триплеты, и каждый триплет будет синтезировать одну аминокислоту. То есть, если, скажем, будет такая последовательность аденин, урацил, аденин, он будет синтезировать, скажем, изолицин, гуанин, цитозин, аденин, аланин, лицин, аланин и тирозин. И между ними, между аминокислотами, будет уже не фосфодиэфирная связь, как при нуклеотидах, да? А здесь будет уже пептидная связь. И что же дальше происходит? После того, сборка белка осуществляется на рибосомах эндоплазматической сети, да, шероховатой эндоплазматической сети, при участии транспортной РНК, также участвует энергия АТФ и ферменты. Так, теперь смотрите, как дальше происходит. Трансляция – это перевод последовательности. Видите, как они при каждой транспортной РНК прикрепляется у нас одна аминокислота. То есть, получается, трансляция – это перевод последовательности нуклеотидов в последовательность аминокислот в белке. В цитоплазме аминокислоты, вот раз, два, три примерно здесь, под строгим контролем ферментов,
Аминоацил-ТРНК-синтетаз – это такой фермент, соединяется с транспортной РНК. Вот она у нас соединяется. Каждая транспортная РНК, запомните, сколько транспортных РНК, столько аминокислот будет доставлено к рибосомам. Или же столько триплетов, скажем. Соединяется с транспортной РНК, образуя аминоацил-ТРНК. Это очень видоспецифичные реакции, то есть получается определенный фермент способен узнавать и связывать соответствующий ТРНК только с аминокислотой. Получается, что каждая транспортная РНК, она видоспецифична, и к ней прикрепляется только соответствующая ей аминокислота. Вот у нас здесь рибосома, то есть вот здесь малая субъединица, и внизу уже будет большая субъединица, которые были уже прикреплены информационно РНК. Дальше что происходит? Как вы видите, далее происходит движение, то есть транспортная РНК движется к информационной РНК, как вы видели, и связывается комплементарно со своим антикодоном и информационной РНК. Затем второй кодон соединяется с комплексом второй аминоацил-ТРНК, содержащий свой видоспецифичный антикодон, скажем, да. А что такое антикодон? Антикодон – это триплет нуклеотидов на верхушке транспортной РНК. Вот оно здесь, вот эти. В данном случае, вот, если говорить об антикодоне, у нас урацил, урацил, гуанин. А здесь аденин, гуанин, урацил. А кодон – триплет нуклеотидов на информационной РНК. Вот дальше смотрим, что происходит. Если вы видели, после того, как происходит присоединение к информационной или же матричной РНК, двух транспортных РНК под действием фермента происходит образование пептидной связи. Вот здесь пептидной связи между двумя аминокислотами. Первая аминокислота, вот, которая была вот здесь, да, она перемещается на вторую транспортную, вот сюда перебирается, а освободившаяся вот это освобождается, она что делает транспортная РНК? Уходит. После этого рибосома передвигается по нити для того, чтобы поставить на рабочее место следующий кодон. Сейчас мы посмотрим с вами, как это происходит. Вот, видите, несколько из них получается. И каждый раз, когда уже транспортная РНК отдает последующий транспортная РНК, синтезируя ими, то есть аминокислоту, она уже передвигается, освобождая место другой транспортной РНК. И такое последовательное считывание рибосом, заключенного в информационной РНК, то есть здесь идет... Будет продолжаться до тех пор, пока не будут встраиваться транспорт, то есть до тех пор, пока транспортная РНК не принесет одного из стоп-кодонов, то есть их по-другому также называют терминаторами, да? Мы говорили, что таких кодонов 3, и они будут иметь такую последовательность. Урацил, аденин, аденин, урацил, аденин, гуанин и урацил, гуанин, аденин. Одна молекула информационной РНК может включать в себе инструкцию для синтеза нескольких полипептидных цепей. Скажем, кроме того, большинство молекул информационной РНК транслирует белок много раз, так как в одной молекуле информационной РНК прикрепляется обычно много, очень много рибосом. Дальше пойдем. Получается, после того, как уже соединяются все триплеты, ферменты будут разрушать молекулы информационной РНК и расщеплять ее до отдельных нуклеотидов. Вот у нас процесс трансляции. Мы говорили, что оно состоит из этапов инициации, элонгации и терминация. Инициация – это начало, то есть подготовка к синтезу ДНК, синтезу белка, элонгация. Процесс, когда у нас, вот смотрите, была одна аминокислота, затем стало их 2-3 последовательно,
Дальше идут уже присоединения аминокислот, которые приносятся транспортными РНК, да? В конце у нас уже полипептидная связь образовалась, и этот синтез заканчивается после того, как прикрепляется к ним один из кадонов-терминаторов, да? И этот этап называется терминацией или же завершением синтеза белка. После этого уже рибосомы и белки отделяются друг от друга. И после того, как белки отделились, они начинается процесс посттранскрипционной, то есть модификации, да, изменения структуры. Если говорить о структуре транспортной РНК, то она состоит из каких частей, да? Нуклеотидная последовательность, B, вот смотрите, вторичная нуклеотидная последовательность и трехмерная пространственная структура. Она похожа, скажем, на, скажем, цветок клевера. Вот посттрансляционная модификация означает формирование из первичной структуры белка вторичную, третичную, четвертичную, и все это происходит при участии ферментов, а также с затратой энергии АТФ. Давайте теперь разберемся с вами, что такое кадон, что такое антикадон и что такое акцептор. Кадон – это участок из трех нуклеотидов, то есть триплет, в молекуле информационной РНК. А антикадон означает от греческого «анти» – «против», участок молекулы транспортной РНК, состоящий из трех нуклеотидов и узнающий соответствующий ему кадон. И акцептор, или же акцептонная нить – конец нити транспортной РНК, присоединяющий к себе аминокислоту. И запомните, что процесс биосинтеза белка, он уникален. К примеру, да, белок инсулин, который имеется в животном организме и синтезируется, то есть инсулин также является гормоном, который синтезируется в островках Лангенгарса, это хвостовой части поджелудочной железы. Он был синтезирован в 1963 году. И по изучению исследователи узнали, что инсулин он содержит 51 аминокислоту, которая соединяется между собой, да, пептидными связями в две цепочки. И для того, чтобы синтезировать этот гормон инсулин, над ней работали 10 человек в течение 3 лет. Представьте. А выход чистого инсулина они добились всего на 0,2%. А вот если взять человеческий организм, то в клетках человека этот белок он будет собираться за 4 секунды. Представляете, люди его собирают десятками лет, а в организме человека он собирается уже за 4 секунды. Теперь, если говорить об задачках, которые именно на биосинтез белка, то вопрос, смотрите, сколько нуклеотидов содержит ген, в котором запрограммирован белок инсулин? Если говорить о гене, то учитываем количество аминокислот. Как мы говорили, одну аминокислоту будет синтезировать сколько нуклеотидов? Будут синтезировать три нуклеотида, да? Или три нуклеотида, они будут составлять триплет. Так, теперь что мы делаем? Так, вопрос. Найти количество нуклеотидов, содержащихся в гене, в котором запрограммирован белок инсулин. Мы просто что мы делаем? 50 раз одну аминокислоту у нас синтезируют три нуклеотида. Получается 51 аминокислоту мы просто умножаем на 3. И тогда у нас получается сколько? Сколько у нас нуклеотидов получается? 150. Да, значит, 153 нуклеотида. Это содержится в гене, в котором запрограммирован белок инсулин. Понятно, да? Угу.
Не слышно.
Наглядно ясно еще стало? Да. Хорошо. Так, мы сегодня с вами должны были две темы, но они немножко не соответствуют друг другу. А вот следующие две темы у нас получение рекомбинантной ДНК и изменение генетической информации у растений путем ген-инженерии, они очень близки друг к другу, и я решила их объединить, то есть две темы объединить в одну. Мы сегодня с вами пройдем только одну тему, получается, завтра. Две темы объединенные. Есть у кого-нибудь вопросы по сегодняшней теме или по предыдущей теме? Нет. Нет, все понятно. Если у кого-то есть задача, можете задать, и я вам ее покажу, как решается. Нет.